Ну, до цієї години ми якраз будемо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. З нами зараз на зв'язку Ігаель Левін, це офіцер армії оборони Ізраїля та військовий аналітик. Пане Ігаелю, вітаємо вас і слава Україні. Так, героям слава, привітствую. Ми тут якраз почали говорити про те, як російські пропагандисти, російське військово-політичне командування навіть між собою гризуться за вплив, за якісь сфери контролю на українських фронтах. Чому вони замість того, аби об'єднатися, намагаються тягнути ковдру на себе? Кожен намагається тягнути ковдру на свій бік, очевидно розуміючи, що до успіху це аж ніяк не призведе. Да, очевидно. Смотрите, вообще, когда он в такие ситуации, если мы посмотрим вот на историю ретроспективно, когда большие неудачи, провалы, разгромы, кстати, вот сейчас вот три корабля, да, два фрегата и тральщик, которые были повреждены, мы не знаем еще пока уровень повреждений и так далее, но это мощный удар, да, вот, то есть когда у нас фактически держава без... без флота методично уничтожает и наносит урон, держа без флота. Так вот, когда у вас такие ситуации происходят, конечно же, начинается сразу борьба за власть. И не на самом высоком уровне, сейчас не говорю про Кремль, там смещение Путина, но идет борьба вот в генералитете, среди всевозможных вот точек влияния, да, мы сейчас, конечно же, говорим про Кадырова упомянутого, вот, и того же, ну, даже если мы рассматриваем просто ФСБ, посмотрим, да, у нас вот, говорят, истребиная и глубинная там башня есть, и как раз истребины сейчас главенствуют, вот, они продавили всю эту вот тему с мобилизацией, эскалацией и так далее, вот, конечно же, у вас будут неугодны, у вас будут как раз своды с счетами. То есть нужно не забывать, что эти системы там у них очень коррупционные были, очень кумовские. То есть там часто, ну да, опять же, тот же Лапин, которого убрали, да, мы же знаем тут награждение своего сына, там вот это все и так далее. После разгрома частей, которыми он командовал, да, он дал награду. То есть это там кумовство, как бы, да, рука руку моет. И, конечно же, когда происходит такой хаос, это очень удобная для нас вот, ситуация, для них ситуация. Вот, как раз убирать неугодных, менять, перетасовывать карты, вот, и так далее. Поэтому это абсолютно неудивительно. Когда я узнал, что вот Лапин устранен, делал, то вот я не удивился. Знаєте, до речі, вийшла дуже цікава стаття на The New York Times про те, що Україна має перевагу в артилерії, і це вперше за весь час повномасштабної війни йдеться про південь нашої країни. Кількість пострілів однакова, але наша артилерія завдяки західним союзникам і партнерам б'є далі і більш точно. Чи є в нас можливість, зважаючи на сьогоднішній стан справ на фронті, зрівнятися, хоча б вийти на паритет за кількістю артилерії на всіх ділянках українського фронту? Этот вопрос так и должен быть поставлен. Смотрите, вот упомянутый вами момент, он в СМИ был озвучен. Да? А все-таки количество артиллерии и ее возможности – это компетенция Генштаба. Но тут важно другое. Первое, важно не пытаться добиться паритета с Россией, потому что количество людей и количество всевозможности советской там, старой древней техники, именно количественно, оно абсолютно не в пользу Украины, поэтому тут нет смысла. Смысл есть в качественных изменениях. То есть у Украины есть качественные изменения. Вот, допустим, мы берем Excalibur снаряды. Обратите внимание, каждый пакет США, который озвучивается, там есть 500 снарядов Excalibur. Второй пакет, еще 500, 1000. Вот был еще очередной пакет, там опять были управляемые снаряды, это уже 1500 и так далее. Это может звучать как будто мало, но 500 снарядов Excalibur, вот такие вот управляемые, это фактически почти 500 уничтоженных целей, потому что там с вероятностью 95% он поражает цель. Да, что-то где-то не долетит, что-то все-таки где-то промахнется, но, скажем, вот из 500 снарядов там 400 с чем-то целей поразят точно. В то время как, если вы используете снаряды неумные, вот эти старые советские, и советская артиллерия, и там артиллерия 50-х годов, как они используют, даже много, вы должны использовать 100. 200, 300, 1000 снарядов там, для поражения какого-нибудь одного объекта, какого-то укрепленной точки, вот, окопавшегося взвода и так далее. Поэтому это абсолютно разные величины. И важно здесь именно качественное. Вот, у Украины, если со стороны, допустим, России есть вот сотни стволов артиллерии, но только вот эти старые советские неумные снаряды, а со стороны Украины есть только вот несколько мобильных батарей, которые могут перемещаться, буквально речь идет о десятках стволов, но они все с управляемыми снарядами, это не только Excalibur, я напомню, есть еще другие управляемые, вот немцы передают и так далее. Вот. То, естественно, перевес в плане эффективности, особенно если у нас есть координация между командирами этими батареями, хорошая разведка, можно выявлять эти цели, она на стороне
Украины. Хотя если вот сторонний наблюдатель просто посмотрит на количество стволов, скажет, смотрите, у России тут 300 стволов артиллерии, а у Украины всего лишь там 40 стволов артиллерии. Ему будет казаться, что перевес на стороне России. Но нет, потому что будет перевес этих 40 стволов, потому что это будут конкретные поражения целей постоянно, раз за разом, раз за разом. И, кстати, вот видео, которое разведка, не только, публикуют постоянное уничтожение их танков, точек, огневых, там БМП, мотолыг, чего угодно и так далее, это ровно попадание вот снаряда. Мы видим одного снаряда. Это не насыпание вот этот, как, не знаю, огневой вал, вот говорили, да, и так далее. Поэтому вот это важно. Не нужно гнаться за количеством стволов и думать, сколько там стволов дали, и вот дали мало стволов, поэтому это зрада там и так далее, мало гаубиц, это зрада. Надо смотреть, насколько дают умных снарядов, в каких количествах и с какой интенсивностью. Вот это самое важное. І це насправді дуже прекрасна новина, тому що, як ви вже зазначили, розумні снаряди, керовані GPS-системами, ми отримуємо постійно в пакетах військової допомоги. І ми знаємо, що, в принципі, в сьогоднішній війні це війна артилерії, якби там хто її не називав, росіяни все ж її використовують. Але зараз ЗСУ наближаються до Херсона і використати там оцю перевагу, яка була колись в росіян в артилерії, вони не зможуть через перебиті ланцюги постачання. І тому західні аналітики говорять, що росіяни зараз готуються до вуличних боїв в Херсоні. Наскільки от це реально, зважаючи на досвід попередніх 8 місяців війни, ми бачили, що росіяни абсолютно неефективні в вуличних боях, і вони абсолютно не розуміють, як правильно воювати в міських умовах. Знаете, давайте за скобки вынесем момент уличных боев, потому что мы видим, как украинцы освобождают города, они их блокируют в клещи и в оперативное окружение, они не штурмуют их в лоб, как, не знаю, вот мы видим, что те же русские штурмуют. Поэтому просто сейчас это вынесем за скобки, потому что другой момент есть. Начала поступать информация, что они вывозят медицинское оборудование из Херсона, если они планируют, ну, как раз на восточный берег. Если они планируют городские бои, ну, это большое количество раненых, то нужно, наоборот, готовить полевые госпитали, больницы, ну, как раз в зданиях там. Они это все вывозят. Вот поэтому, кстати, вот это интересная информация, которая указывает на то, что, возможно, действительно, они поэтапно хотят все-таки покинуть, поэтапно. Почему поэтапно? Потому что туда перебросили мобилизованных, которые, видимо, должны прикрывать отход их регулярных кадровых вот, частей морской пехоты, ВДВ и так далее. Вот. Это предположение, основанное как раз на самой последней новой информации, то, что оттуда они вывозят медицинское оборудование. Вот. Возможно, это какой-то хитрый ход у них, возможно, они хотят, чтобы мы так думали и так далее. Я уверен, что генштаб еще больше информации владеет и так далее, и он просчитывает все ходы. И такой ход, что они покидают, и такой ход, что они пытаются обхитрить, и на самом деле покидать не собираются. Вот. И, возможно, вот этот вывоз медицинского оборудования, это такая дезинформация, якобы, бы, вот как будто, чтобы думали. Вот. Но так или иначе, какой бы сценарий здесь не был, вот я очень сомневаюсь, что Украина пойдет на городские бои и штурм города в лоб, потому что это небезопасно для самого города в первую очередь. Вот. Города освобождаются, они уничтожаются. А вот его блокирование максимально это произойдет, несомненно. Ну, навіть якщо розглядати такий варіант, потенційно, що вони будуть поетапно відходити з Херсону, який сенс тоді витрачати людське життя, прикриваючи відхід регулярних військ? Чому їх не можна вивезти одразу? Тому що, смотрите, ну, вивезти всіх разом, ну, предположимо, вам нужны, щоб функціонували мости, тот же Антоновський, ви посадили всіх на техніку воєнну там, і так далі, вот, і вивезли. Но тут є нюанси, що по цій всій воєнній техніці можна ударити, вот, но у нас нет Антоновского моста, то есть по нему техника не ходит, и они могут вывозить людей своих только на переправах, которые вот мы видим, что они как раз прикрываются гражданскими. Когда Украина ночью ударила по одной из переправ, они заявили, что там были гражданские. Что гражданские делали в час ночи посреди реки, они не объяснили. Но вот есть предположение, что они в гражданской форме, то есть они вот этих кадровых профессиональных солдат переодевают в гражданскую форму, ну, в цивильную форму, одежду и вывозят на цивильных гражданских автомобилях на этих переправах. Вот, если по ним будут и удары, будут вопить, что это якобы по гражданским ударили. Вот. А мобилизованные, которых менее жалко, более их много, их сотни тысяч призвали, вот, и они неопытные. То есть ну, на войне важен очень опытный солдат, намного более ценный, чем неопытный. Ну, особенно вот это, то, как они воюют, если мы рассматриваем, не считают участниками жизнями и так далее. Плюс и опытные солдаты, ВДВшники, морпехи и так далее, из них можно сделать младших командиров, чтобы командовать этими вот огромными массами войск, которые еще не войска, но просто мобилизованные толпы, вот эти сотни тысяч людей, и там же проблемы с командирами у них. У них до сих пор нет командиров. И командиры — это не что-то такое, что вы можете мобилизовать. Это что-то, что вы готовите долго. Не месяц, не два, а командиров вы готовите полгода, год и больше.
Поэтому это логично для них сохранить жизни вот этим морпехам и ВДВшникам, профессиональным вот контрактникам, которые как раз находились вот, да, на Херсонщине. И тогда у нас становится все очень логично, все очень стройно и так далее. Но мы прекрасно знаем, что не всегда с логикой как бы Кремль дружит, и их решение, вот это не всегда вместе идет. Мы часто пытаемся как-то рационализировать и логично понять их действия, в конце концов они абсолютно какие-то, ну, несуразные. Это тоже нужно не забывать этот момент. Вот. А второй момент, возможно, это все действительно одна большая дезинформация, все-таки у них какой-то хитрый план попытки удержания города в конечном итоге. Вот. Но я думаю, опять же, контрнаступательные мероприятия в ВСУ там продолжаются, и чтобы оно ни было в конечном итоге, вот город будет освобожден. Це насправді прекрасна новина, але загалом, що стосується російської мобілізації, за неофіційними даними, вони вже зібрали орієнтовно 500 000 людей, і це, як показала практика, абсолютно, ну, в своїй більшості ненавчені люди. Що росіянам робити, в принципі, з цим контингентом, і чи можуть вони взагалі стати якимось суттєвим підкріпленням для оцих регулярних професійних російських військових? Ну, какую-то часть, десятки тысяч людей, солдат своих мобилизованных, они уже отправили и на юг, и на восток. Это, ну, известно, тем более. Они уже мрут, причем мрут в довольно больших количествах. Вот уже информация как раз поступает вот у них там с их субъектов, регионов и так далее. Вот. Да, ну, 500 000, мне кажется, завышенная цифра, я не верю в эту цифру, да, медиазона ее озвучивала, вот, но сотни тысяч людей точно, то есть, ну, 200 тысяч минимум, возможно, больше 300 тысяч, 400 тысяч, такое, вот. Нет каких-то действительно таких вот твердых цифр, на которые можно опираться, то есть данных, чтобы мы могли точно знать, что там вот 370 тысяч, допустим, и все, так, такого у нас пока нет. Но да, сотни тысяч людей неорганизованы, как я уже сказал, есть проблемы с командирами, есть проблемы с амунированием, тем более зимними и так далее, у них нет такого огромного волонтерского движения, как в Украине, которое закрывает всегда все пробелы, как только они образуются. И у них нет за спиной НАТО, которое тоже закрывает все пробелы. И вот, сотни тысяч комплектов зимнего обмундирования, печек, генераторов, горячей еды, палаток зимних и еще много всего, это все закрывает как раз страны НАТО. Уже закрыли, уже поступает и так далее. У них этого нет. Я сомневаюсь, что Иран сможет их нам закрыть для этой вот сотни тысяч мобилизованных. Вопросы зимним обмундированием, тем более Иран. Вот. Ну, или какая-нибудь Северная Корея и так далее. Вот, поэтому, да, это огромная масса, которая у них сидит там. Теперь тут много сценариев открывается, вот, не хочется ванговать, но вот даже компетентные люди говорят, что в следующем году, возможно, Россия не переживет этого, потому что ну, они вооружают большое количество этих людей. Это не профессиональная армия, то есть это не ВДВшники на контракте, вот, которые своей профессии просто выбрали быть военными и так далее. Там с обеспечением действительно это все и так далее. Вот это огромная масса людей, которые живет там в бараках, в каких-то, ну, там, вот, показывают, вот, как они снимают на телефоны, сливы есть, буквально какой-то цех, бывшие, ну, сейчас со времен советских времен, просто разместили их там на полу без ничего, без обеспечения, без питания, без обогрева и так далее. Она сейчас холодает. Через 10 дней температура начнет падать к нулю. Вот, ну, только в нашей, как бы, полосе, потому что у них там севернее и так далее, то там, там что-то еще холоднее и так далее. Вот, поэтому есть много вот сомнений насчет того, что им получится всю эту массу организовать, какие-то достойные подразделения, которые смогут действительно как-то проявить себя. Наиболее для них, видимо, разумно, и, скорее всего, они так будут использовать, у них же нет кадрированных частей, то есть пустых частей, которые как раз для мобилизации. Вот. У них же только кадровая армия. Что они будут использовать эту большую вот эту массу в сотни тысяч людей просто как такой банк, пул для того, чтобы пополнять постоянно потери. То есть их кадровые части, которые находятся в Украине, несут потери, там у них умирают люди и так далее. И вот они оттуда будут вынимать 1000, 10 000, еще 50 000, еще 100 000, и постоянно вот насыщать вот эти части. Тогда в этом хоть какая-то логика сохраняется, но она не решает проблемы, конечно же, с командирами, там, скажем, вопросами связи. Вопросы связи у них хуже налажена связь, чем в Украине и так далее. Эти вопросы вы не мобилизуете нигде ни связистов, ни современные средства связи, и тем более вы командиров тоже, они на деревьях не растут. Как и современных, кстати, техник, если возможно, как бы, потому что им никто не поставляет ни экскалибуры, снаряды какие-нибудь, вот, ни GMLRS ракеты.
От як ви вже сказали, логіка і Росія — це речі, ну, абсолютно несумісні. Вони можуть ухвалювати абсолютно нелогічні рішення. Відповідно, ми ніколи не знаємо, чого від них очікувати. Зважаючи на кількість мобілізованих, нехай ми навіть уявимо, що їх є 200 тисяч. Це от трошки більше того контингенту, який розпочав повномасштабне вторгнення на територію України. Чи варто нам очікувати от повторного наступу на Сумщину, Чернігівщину, на Київ, зважаючи на цю велетенську масу людей, яку зібрали росіяни? Смотрите, пока идет война такого масштаба, ситуация архисложная, ожидать нужно всего, в том числе наступления, например, севера со стороны Беларуси, не только там Сумщину, Черниговщину, вот, Киевщину, а на западные части Украины. Вполне это реалистичный сценарий. Да, он не самый высокий, скажем, но он существует. Вот, в том числе, несмотря даже на большие успехи на юге, все равно какие-нибудь там те или иные ситуации, там Приднестровье, провокации, какое-нибудь что-то такое, тоже вполне может быть. Для того, чтобы потянуть части Украины. Не потому, что там они действительно верят, что группировка с Приднестровья может рывком занять Одессу. Да нет, она даже не дойдет до нее и не окружит даже близко. А для того, чтобы оттянуть украинские части, например, где-то. То есть где у них будет очень критическая ситуация, вот, допустим, там вот прорыв, просто фантазируем, прорыв к Луганску буквально, вот к границе, к самому Луганскому городу, они могут резко хоп-хоп запустить какой-нибудь приднестровский сценарий, чтобы хоть какие-то батальоны Украины снять с фронта и оттянуть туда. К примеру. Поэтому, естественно, любые регионы, особенно если они граничат с Россией, или там находятся российские какие-то части, или их прокси, или какие-то там боевики, или вот Беларусь и так далее, это все опасно. И такой вопрос в вероятностях. То есть низкая, средняя, высокая. Вот. Но шансы, да, существуют, опасность, да, существует. Є от таке завершальне питання нашої розмови, воно, мабуть, навіть трохи філософське, тому що взагалі дуже часто говорять про те, що Росія намагається затягувати цю війну, аби там Захід втомився і так далі. Але це ж не якась там контртерористична операція, це конвенційна війна, і вона дуже в такій активній фазі. Тут техніка знищується пачками, а відновити її – це не так само швидко, як її знищити. Скільки от часу можна за умови такої інтенсивності бойових дій і такого масштабного використання абсолютно всіх ресурсів – економічних, людей, техніки і так далі – можна затягувати цю війну? Мы могли ответить на этот вопрос. Ну, со стороны Украины все зависит от Запада и его помощи, потому что экономика дотационная полностью, как и поступки всех этих боеприпасов. Экскалибур Украина не производит. Как бы. Завтра их перестанут нам поставлять, все, это очень будет, ну, все очень грустно и плохо будет. Вот поэтому тут просто все зависит от США, ЕС и НАТО, как бы, вот, Великобритании и так далее. А со стороны России мы могли бы ответить, если бы мы знали состояние экономики. Например, Израиль может вести конвенциональную полномасштабную войну, когда отмобилизовали всю свою армию, вот, месяц, не больше. Потому что экономика Израиля прозрачна. Есть отчеты, есть публикации. Вот, экономисты могут рассказать, из чего состоит израильская экономика, как она построена, вот, какие у нее есть подушка безопасности. Не больше месяца Израиль может вести большую войну, вот именно когда отмобилизовал всю свою армию, со всеми вот мощностями. В России все это скрыто, они не публикуют, поэтому мы не можем знать. А, возможно, ну, есть такие вот как полуинсайды, я просто не экономист, поэтому я просто опираюсь на вот то, что публиковали. Там, кстати, Медиазона публиковал и другие и так далее, вот, всевозможные. Что у них уже к январю все будет очень печально и плохо. Ну, у меня как бы нет каких-то данных на них опираться, а может быть не к январю, может быть к лету следующего года и так далее. Вот. Но сколько вот эта сейчас мобилизация, сотен тысяч людей, сколько она ударила там, по возможностям экономическим и так далее. Факт, что у них есть падение уровня жизни. А где красная черта? На каком уровне вот это падение уровня жизни, она приведет к какой-то критическому, вот, точке кипения? То есть где эта точка кипения у них есть? Есть ли она вообще? Ну, допустимым ли она как бы у нас вот на горизонте? Видимо ли мы ее вообще, что точку кипения? Или они еще могут долго терпеть, умирать, мобилизоваться, жить там полунищенски и фактически стать таким полуираном, полусеверной Кореей, глобальной северной такой вот. И такой сценарий тоже вполне может быть. В Северной Корее же терпят, как бы живут. Все эти эксперименты династии Кимов, там подземные ядерные взрывы, какие-то там вот эти постройки огромных армий и так далее. Так вот, может быть, сейчас граждане РФ решили выбрать себе такую судьбу. Вот вечное сияние вождей и жизнь в нищете, и ультрамилитаризм на максималках. Вот, и не знаю. Вот, и вечная война ради войны, власть ради власти. Может быть, такой сценарий. И тогда уже как бы тут не имеет значения, сколько у вас этих танков Т-62 или старой советской артиллерии будет, вы просто будете засыпать мясом окопы, где-то проигрывать, терять позиции. Ну, как бы Москва же далеко, до нее никто не дойдет, поэтому можно воевать вечно, как там Орвелла, война ради войны.
Ну, будемо сподіватися, що ці насправді червоні лінії Росії до них уже поступово наближається. Рано чи пізно це все закінчиться. Пане Ігаєлю, вам дуже дякуємо, що долучилися до цього ефіру. Я для наших глядачів нагадаю, з нами на зв'язку був Ігаєль Левін, це офіцер армії оборони Ізраїля та військовий аналітик.